Жители региона продолжают поддерживать наших бойцов в зоне проведения спецоперации. Так, активисты Галшмановского отделения благотворительного штаба «Мы вместе» готовят к отправке очередную партию гумпомощи. Сварщик местного строительного предприятия Владимир Кириенко в свободное от работы время изготавливает печи-буржуйки и передает их в штаб движения для отправки. Десятки таких печей уже согревают наших бойцов на передовой, а ветеран пограничной службы Олег Шаблаев занимается изготовлением окопных свечей. Банки для них ему приносят местные жители, а с воском помогают церкви. Свечи пользуются на войне. Да, да. Вот. Дров, блиндажей не всегда они бывают, и дров дым идет. А вот в эти печи, которые у нас вот ребята варят, вот три свечи ставят, и на ночь, говорят, хватает.